А можно мне маленький кусочек? Можно? Но только маленький кусочек. Это очень вкусно. Ой. Ладно, пускай немножко подтает. Я позавтракаю сейчас. И потом уже десертиком займусь. Всем салютики, мои дорогие. Еще сегодня нам привезли молочко. Я заказала 3 литра и 200 грамм масла на пробу. Буду из молока готовить адыгейский сыр. Сегодня у меня яичница, колбаска и вот даже не перемешала вот такой вот натюрмортик с пахучим маслицем. Вместе так вообще лепота. Всем желаю наиприятнейшего аппетита. Ну и сейчас сразу отвечу на вопрос, который мне задали. Ну, вы же понимаете, я не виновата, это все яйцо. Что касается по поводу фильмов. Приветик. Значит, сериалы я вообще не смотрю. Это бывает за большой редкостью, если какой-то сериал мне зайдет. И то он должен ни в коем случае быть ни мелодрамой, ни драмой, ну, в общем, короче, не сопли, слезы, а именно какой-то такой, знаете, на одном дыхании остросюжетный, чтобы посмотреть, и, знаете, так, ах, прямо, ух. Что касается фильмов, то жанры мои... А, кстати, сериалы я смотрю, если только вот русские, вот сериалы, да. А сериалы зарубежные я вообще не смотрю никакие. Русские могу, да, посмотреть, какие-то вот остросюжетные, но... Такого сейчас так мало, поэтому... Что касается фильмов, я смотрю только зарубежные. Русские я не смотрю, наоборот. Жанры только одни, единственные, неповторимые. Это триллер и ужастики. Ну, ужастики должны быть действительно не то, что просто ужасными, а должны содержать какой-то смысл. Если тупо ходит зомби... Ну, или что-то наподобие. Я такое не смотрю. Вот из глубины фильм, где... Вот недавний буквально, по-моему, он... Где самолет упал на дно океана. Вот этот тоже фильм мне понравился. Со всякими акулами... Сейчас не могут поставить нормальный фильм, но вот мне зашел фильм, например, «Хищные воды». Не помню, 23-24 года фильм, не могу вспомнить сейчас точно. Там действительно про акулу, и, в принципе, как бы фильм неплохой. Хоть я не люблю про эти всякие пещеры, потому что обычно это все в потемках, но вот этот фильм как-то сделан так смотрибельно, что оставляет хорошее впечатление. Про салат забыла. А я его даже не перемешивала, я забыла. Ну и фиг с ним. Так что жанры предпочитаю остренькие. Как я сама. Яичница иногда, ну, просто вот чудо-чудное. Заходит на ура. Правда, от такой яичницы всегда остаются следы. Ну что, мои дорогие, спасибо огромное, что были со мной, что смотрели меня. Может быть, кто-то ел со мной, поэтому очень прекрасно, очень хорошо. А кто собирается сейчас есть, желаю наиприятнейшего аппетита.
Ну и всем позитива, хорошего настроения и пока-пока.